Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi ISX 2013 года выпуска, двигатель 1.8 бензин, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 220 тысяч километров. Заменю на топливных форсунках, колечки уплотнительные, нижняя и верхняя. А также переставлю первую форсунку, поменяю местами со второй. Для чего это сделаю? Эксперимент. Пробег на автомобиле большой, расход масла увеличился, а также появилась ошибка на пропуске в первом цилиндре. Компрессия я мерил разная в трех цилиндрах, по-моему, 11, я не помню, а в первом 9. Хотим исключить как вариант, может быть, неисправность форсунки. Свечи и катушки я уже переставлял. Двигатель пока делаться не будет. Зажигание я включил. Хочу показать, что с ним происходит сейчас. Так, где у нас Mitsubishi? Какая у него ошибка? Ошибка одна. Отмечен пропуск зажигания в первом цилиндре 0301. Ошибка не меняется. Катушку переставлял, ошибка не меняется. Свечи меняли, ошибка не меняется. Есть еще подозрение, ну как исключение, переставить форсунку. Хотя разница в компрессии присутствует, но это, опять же, не показатель. Но и посмотрим, выкручу, посмотрю гильзу, в каком она состоянии. Ладно, добираюсь. Ладно, говорю, добираюсь. Так, ну что, ошибку я удаляю. Сейчас заведу автомобиль. И уже посмотрим, как он работает на холостых троит. Ошибку я удалил, пока она не зажигается. Сейчас поработает маленько, и она высветится, потому что все равно он слышно, как работает. По выхлопу видно. И смесь богатая очень. Тахометр скачет. Ну, сейчас кое-какие мероприятия поделаем. Посмотрим по итогу, что будет. Экспериментируем. Ремонта двигателя пока не предусмотрено. Хозяин говорит, не хочу я его ремонтировать в данный момент. Поэтому, говорит, будем экспериментировать. Снимаю крышку. Здесь
форсунки, вот они находятся. Рампа рядом, все рядом. Снять быстро можно. Снимаю проводку. И снимаю с форсунок. Здесь сзади флажок, его нужно надавить и поднять. Откручиваю вот эти болты крепления рампы. Головка на 12. Также сниму воздуховод, откручиваю хомут сверху и хомут снизу. А здесь даже снизу и не надо откручивать, в сторону его отвожу. И нам надо открутить еще один болт. Вот он находится сбоку. И тогда мы вот эту верхнюю часть крепления рампы снимем. Здесь я заткну, здесь я заткну. Там еще один болтик М6.
И еще у нас болт один на 12 внизу. Он как раз получается на креплении коллектора. Вот он, третий болт. Всю эту планку как-то надо вытащить. Я ее полностью снимать я не буду, я вот так вот в сторону отведу. Откручиваю еще болты. Маленько продую. Подсуну здесь тряпку и сниму разъем, который на рампу идет. Подачу топлива. Это расщелкнуть, стягиваем. Вот так вот выглядят форсунки. Это первый цилиндр. По налету на нем больше всех. Именно коллектор настолько загрязнен. Но опять же, по самой форсунке она самая чистая.
Здесь вот какой-то желтенький налет, здесь желтенький налет, здесь вот, ну, слегка, слегка желтенький, а здесь вообще она беленькая. Я хочу первую форсунку сейчас поменять. Я дальше ее отведу. Я ее поменяю с третьей. Сейчас сверху помою вот эти места. Я именно распылители трогать не буду. Но я для себя уже определился, что надо все-таки покупать приспособу и покупать хорошую химию. И прежде чем что-то делать, все-таки надо начинать с того, чтобы почистить форсунки. Пробег большой, форсунки не чистились. Но опять же, это не панацея, но я очень надеюсь, что все-таки будет дело в форсунке. Ну, двигатель троит, и ошибка именно на первый цилиндр. Другое исключить уже пытался, сейчас только осталось форсунка. Мою. Маленько помыл. Что сделаю? Сразу заменю нижние колечки. Помыть помыл, а под кольцами все равно грязь остается. Новые колечки оригинальные заказал, 1465А308, это нижние колечки. Заменил. Теперь снимаю форсунку. Просто сдвигаем вот этот фиксатор и выдергиваем ее. Силиконовую смазку возьму. Немножко брызнул, сошло быстро. Меняю колечко. Не знаю, там сеточки я не вижу. Нет, нет, сейчас камеру, фонарик возьму. Никакой сеточки я не вижу. Нет ничего.
Так, это у меня первая форсунка. Все сдергиваю. Третья. Первая, вторая. Эти от силиконки протру. Снимаю колечки. Беру новые оригинальные 1465А 0,94. Так, первую я меняю с третьей. Сразу вставляю ее сюда. А третью вставляю вместо первой. Ну, а эти оставляю на своих местах. Одеваю фиксаторы. Фиксаторы, они же сразу и центруют. Перепроверяю. Вот этот вот не защелкнулся, этот не защелкнулся. С другой стороны смотрим тоже, чтобы они встали в свои места. Сидят на своих местах. Можно идти устанавливать на место.